Мы будем верить. И заставим поверить всю Америку. Господин президент, вы сообщили Сталину, что у нас есть атомная бомба. То, что делает президент, не может быть незаконным. В перечень разрешенного оружия были включены напалм, кассетные бомбы и белый фосфор. Речь не об ответном ударе, а о превентивном. Мира можно достичь посредством силы. Тоталитаризм и жестокость. О каком мире я говорю и какой мир нам нужен? 4, 3, 2, 1, 0. История соткана из лжи, в которую все верят. Скажите, разве это того стоило? Нерассказанная история США. Новые серии. С понедельника по будням. В 21:00 на 24 ДОК.